Сочи принимает музыкальный фестиваль молодых исполнителей «Новая волна» уже третий год подряд. И проведение бесплатных дискотек на концертных площадках города стало уже доброй традицией. Правда, подарок планировался один – в Эмеретинке по соседству с New Wave Hall. Идея проведения второй дискотеки в центре курорта принадлежит мэру Сочи Анатолию Пахомову. Праздник всем желающим, а вход на мероприятие был свободным, устроили конкурсанты нового сезона. Это 13 исполнителей из 9 стран мира. На главной концертной площадке города оказалось немало отдыхающих. И все признались, такие масштабные мероприятия, которые проходят в Сочи, они видят впервые. Очень здорово придумано, конечно. И очень все красочно, красиво. Мы с Урала приехали, перебрались сюда. Дендрарии были везде. Нет, с досугом здесь, конечно, по высшему классу. Тут даже никаких нет разговоров. Очень хорошо. Несравнимо. Мне кажется, администрация города всячески старается поддерживать данное мероприятие, тем более делать бесплатные концерты для гостей и жителей данного города. И в будущем я уверена, что администрация города Сочи на данном мероприятии не остановится. Досуг, да, тут фестивальный, все время артисты приезжают. У нас в городе, конечно, это бывает у нас, но не до такой степени, как у вас здесь. Вот завтра будет Арбакайте, сегодня любые. Здесь вообще бесплатная. Очень, очень хорошо. «Новая волна» близится к завершению. К финалу организаторы подготовили самые яркие и зрелищные шоу. Программа же конкурса состоит из 6 дней и завершается завтра. Открытием именной звезды на Новоагинской, барельефа у Морпорта, церемонии награждения и заключительным гала-концертом звезд эстрады.